Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. По данным Росстата, розничные цены на бензин с начала года увеличились на 3 с лишним процента, тогда как вплоть до начала 2022 рост не должен превышать 4-5%. Это официальный прогноз инфляции. Федеральная антимонопольная служба видит в происходящем признаки нарушения правил. Она собирается брать с СЗС письменные объяснения по каждому факту поднятия цен и мониторить данные о закупках топлива. Трасса 101. Сотрудники ГИБДД осваивают соцсети в профессиональных целях. Как сообщает издание «Автоньюз», стражей дорожного порядка интересуют видео, на которых запечатлены нарушения ПДД со стороны водителей. Если в кадр попал регистрационный номер транспортного средства, то найти лихача не составляет особого труда. Таким образом, наказание понесли нарушители в нескольких городах за проезд на красный, дрифт на дороге, создание препятствий и так далее. Трасса 101. В прошлом году сразу на 20% выросло число погибших в ДТП с участием автомобилей такси. Само количество аварий не изменилось, а вот летальных исходов стало больше, рассказали в госавтоинспекции. Одновременно ведомство призвало усилить контроль за агрегаторами. Также, по его мнению, надо лучше отслеживать профессиональный уровень таксистов. Трасса 101. Житель Свердловской области собирается судиться с АвтоВАЗом. Дело в том, что на еще свежей гранте, принадлежащей мужчине, во время движения взорвалась правая задняя стойка амортизатора. К счастью, это обстоятельство не привело к столкновению с другими авто. Однако официальный дилер отказал мужчине в гарантийном ремонте, сославшись на то, что на автомобиле были установлены шины иного типа размера. Хозяин авто не считает это весомым аргументом. Трасса 101. Toyota запустила продажи обновленного седана Camry. Автомобиль стоит минимум 1 миллион 846 тысяч рублей. Из внешних отличий можно отметить другие решетку радиатора и передний бампер. Из внутренних – иное расположение воздуховодов, новый блок управления климатической установкой и экран мультимедиа. Моторы бензиновые мощностью 150, 200 либо 249 лошадиных сил. Трансмиссия вариатора либо автомат. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.